Я Медная Валерия. Это наш неповторимый танцор Виталий, который исполнял роль Димитрия в образе, который он не рассказал. Димитрий, он аристократ, и я думаю, что он всегда добивался своего. Когда Гермия ему отказала, он реагировал как ребенок и начал требовать то, что ему доступно. В основе образа мужской классический костюм – это пиджак и брюки. Пиджак мы разрезали и соединили большим количеством резинок. С практической точки зрения, это удобно для актера движение в костюме, но также это отображает его внутренний конфликт, узлы, указывает на то, что он связующее звено вообще этой истории. Он объединяет персонажей из-за своей неопределенности, спутанности мыслей, желаний, и из-за этого завязывается данный сюжет. Под пиджаком находится манишка, на которой изображена Елена, страдающая из-за того, что он ее отвергает. Она находится у него на груди, потому что ну, я предполагаю, что у него еще остались какие-то чувства к ней, что они все потеряны. Трансфер, можно дальше? Еще дальше. Трансформация героя происходит в одному бою. Когда его заколдовывают, маска опускается. И это говорит о том, что это больше не его эмоция, что он теперь такой. И вообще, в моем представлении, Димитрий — это жертва данной истории, потому что он, несмотря на всю непривлекательность его характеристики, он единственный, кто вышел из леса, оставшись под заклинанием. И его эмоции, его желания были принесены в жертву во имя всеобщего блага. В процессе работы мы всячески воздействовали на ткань, физически терли ее наждачкой, лужи катали, чтобы добиться того эффекта ткани, который будет говорить о том, что персонаж находится в лесу, и накануне у него была схватка со своим другом. На мой взгляд, декорации и костюм отлично сочетаются, потому что там и там присутствует витиеватость и узор. Огромное количество узлов. Также цветовой гамме тоже сочетается. Мы изначально с командой договаривались о том, что цветовое решение должно создавать гармоничную картинку без ярких контрастов, чтобы было легко менять восприятие при помощи света. Я считаю, что нашей команде сотрудничество с Виталием удалось добиться всех задач, которые я поставила перед вами.